В Москве в Совете Федерации в рамках Дней 47-го региона прошла выставка Ленинградской области. Ее открыли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель регионального парламента Сергей Бибенин. Осмотр выставки начался с презентации экономического блока. Интерес у спикера Совета Федерации вызвала региональная государственная информационная система агропромышленного комплекса. Валентине Матвиенко с ее помощью продемонстрировали развитие агропромышленного комплекса, в том числе предприятие «Круглый год» в городе Пикалево. На выставке Ленинградской области также представлен новый сорт розы собственной селекции из теплиц Новой Голландии Волховского района. Вы знаете, вот одни цветы они назвали сорт роз, вот таких вот красивых именно, вот такой вот. Да, они называются Валентина Ленинградская. Блок «Культурное наследие Ленинградской области» на выставке включал в себя информацию о туристическом потенциале региона, проекты развития территории «Серебряное ожерелье России» и туристско-рекреационного кластера на базе села Старая Ладога, а также комплексного развития городов Выборг и Гатчина как новых туристических центров России. Кроме того, в Совете Федерации можно было попробовать Ленинградскую область на вкус. Для дегустации в столовой Верхней палаты Российского парламента были предложены произведенные в 47-м регионе мягкие сыры, молочная продукция премиум-класса, натуральные живые соки, овощная продукция и продукты из топинамбура.